Итак, всем привет, с вами Ростиксон. Спасибо спонсору этого видео, бирже Gate.io. И сегодня я расскажу, как зарабатывать в крипте. Привет, отвечу на пару вопросов? Да, конечно. Как ты относишься к криптовалютам? Хорошо это или плохо, как считаешь? Я считаю, что это вполне себе хорошая вещь. Я и сам понемногу занимаюсь торгами, не майнерством. Я в этом прогорел, но криптовалюта это очень даже прикольно. А как ты считаешь, есть ли будущее у криптовалюты или все это схлопнется? Я считаю, что если это будет развиваться именно в правильном русле и так далее, то это вполне сможет стать крепкой, надежной, ну, крепким и надежным способом оплаты. Спасибо за ответы. А именно об одном из самых надежных способов заработка в крипте, который я знаю. Но перед тем, как мы продолжим, поставь лайк. Мне-то они не нужны, но так видео посмотрит больше людей. А также смотри мое прошлое видео, где я рассказывал о торговле фьючерсами на бирже Gate.io. Итак, сегодня я расскажу, как заработать на новостях и листингах. А еще переходи в мой телеграм-канал, где я говорю, что я делаю. Например, недавно совершал действие, чтобы получить 100% airdrop. А как я об этом узнал? Я читал соцсети. Так вот, метод заработка, о котором я сейчас говорю, очень честно связан с соцсетями. Начнем с самого простого. Это выбрать проекты и подписаться на них в соцсетях. Twitter идеально, и следить за ними. Или подписаться на криптовалютные каналы, где очень быстро опубликовывают новости. Например, криптоатака. Ссылка будет в описании. Но тут главное получить новость первым. Поэтому лучше всего получать информацию из первоисточников. Ну вот, к примеру, я увидел новость, и что мне с ней делать? Сейчас расскажу. Сразу нужно определить новость. Она может быть отличной, либо никакой. Я лично считаю так. Так вот, на отличной мы можем заработать. Остальные же такими не являются. Сейчас приведу пример. Какая-то монета объявляет о долгосрочном сотрудничестве с другой монетой и или компанией. И у этого сотрудничества большие перспективы, по вашим оценкам. Тогда можно купить. Ну или, например, вы подписались на всех крутых компаний, которые инвестируют в криптовалютные проекты, таких как Animoca Brands. И, скажем, есть монета, и они объявляют, что инвестировали в нее, и вы ее бежите покупать, если считаете новость отличной. Как я уже говорил. Так как, например, почему вы покупаете после объявления то, что Animoca Brands купила эту монету? Animoca Brands очень крутая инвестиционная компания, и они ее купили, значит, они провели собственные исследования и считают эту криптовалюту хорошей. И значит, тоже другие люди, скорее всего, купят эту монету, и многие они узнают. Вот поэтому можно, скажем так, купить. Но тоже нужно делать собственный анализ. Но мы-то с вами просто покупаем, забираем пару процентов, может чуть больше, и продаем. А куда вы идете ее покупать? Скорее всего, на Gate.io, так как там более 1300 монет, поэтому вам часто придется пользоваться этим методом. А также по ссылке в описании вы сможете зарегистрироваться и получить максимальную скидку на торговые комиссии. Так вот, с новостями мы разобрались. Видишь отличную новость первым, да покупаешь, и делов-то. Главное на скам-схемы не попадаться. Кстати, пишите в комментариях, как еще можно заработать. Мне будет интересно узнать. Может, тоже заработаю. Ну а теперь, как зарабатывать на листингах. Между прочим, это подтема о том, как зарабатывать на новостях. Тут также подписываемся на все первоисточники, а именно биржи, их твиттер, ну все дела. Наблюдаем закономерности, когда примерно опубликовывают новости. Далее просто держим средства на биржах. Тут Gate.io подходит идеально, так как тут 1300 монет. К примеру, все возможно. Монета возьмет и упадет в нулину. А если вы купили на весь деп, то кто виноват, я что ли? Нет, только вы. Вы берете примерный процент от депа, но, например, на некоторые новости он может отличаться. Так что прям тут надо быть аккуратным. Ну, в общем, просто следите за листингами, покупайте, берете свои пару процентов и успокаивайтесь. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Делитесь способами, как заработать в комментариях. И спасибо Gate.io за сотрудничество. Также регистрируйтесь по ссылке, заходите в мой телеграм-канал, там много всего интересного, мое мнение о рынке, там, что я делаю в данный момент, что я хочу сделать. В общем, там интересно еще, стикеры смешные.